أجل سرته اسألوا التاريخ عنا ما وهمنا ما وهمنا نحن أحفاد المثنى في طريق. С именем Аллаха милостивого милосердного, хвала Аллаху, мир и благословение Его посланнику. Приветствуем вас в новой серии цикла передач «100 великих людей». В этой серии мы рассмотрим историю одного из алжирских героев. Но вначале я хочу признаться, что для меня история Алжира, как старая, так и новая, была чем-то туманным, как и для вас, я думаю. И это по причине того, что мы не изучали историю этой великой исламской страны. Тому есть несколько причин. И главное из них — пренебрежение ею в образовательных программах арабских учебных заведений. Именно к этому стремятся те, кто искажают историю, и их пособники. Клянусь вам, когда я начал более глубоко изучать историю Алжира, то я понял, как она удивительна, и что она заслуживает того, чтобы ее написали золотыми буквами. В этой серии я постараюсь предоставить вам некоторые факты из истории Алжира, рассказав вам о жизни одного из великих мусульман, который появился в этой стране и изменил ход ее истории. Этот великий человек, исламский герой, амир Абдул-Кадир Аль-Джазаири, да помилует его Аллах. Он противостоял французским оккупантам и наносил им поражение за поражением. С момента оккупации Алжира Францией в 1827 году. Но прежде чем начать рассказ об этом великом герое, мы должны задать себе три вопроса. Почему именно Франция? Почему именно Алжир? И почему именно 1827 год? Было ли это случайным стечением обстоятельств? Или все-таки это было тщательно спланировано захватчиками? Чтобы узнать ответы на два последних вопроса, оставайтесь со мной до конца этой серии. Вы узнаете, как враги ислама коварным и подлым образом планируют все свои шаги ведения войны против исламской общины. На первый же вопрос, почему именно Франция, ответим прямо сейчас, исходя из представленных исторических фактов. Вы не будете удивлены, если узнаете, что Франция в вопросах оккупации и колонизации опережала другие европейские страны. И Франция всегда считала и продолжает считать себя первой защитницей католического христианства. В следующих сериях, иншаллах, мы узнаем, как Франция на протяжении сотни лет снабжала армию Кастилии и Андалусии солдатами и оружием в их войне против мусульман. Во время войны стран Восточной Европы с Османским халифатом Франция также направляла своих солдат в поддержку христианских европейских стран, несмотря на их враждебное отношение к этим странам, из-за их приверженности к ортодоксальной церкви. И неудивительно, что первые призывы к крестовым походам звучали не из Рима, а из Франции. А точнее, из города Клермон в 1095 году, когда папа Урбан II призывал к войне против мусульман. Понятна ли вам теперь причина враждебного отношения Франции ко всему, что касается ислама? Понятна ли вам теперь причина такого негативного отношения к хиджабу во Франции? Понятна ли вам теперь истинная причина того, почему Франция является ярым противником вступления Турции в Европейский Союз? В этом цикле передач мы изучаем историю не просто для того, чтобы ее знать или пересказать, но для того, чтобы понять настоящее, извлечь из нее пользу и построить светлое и достойное будущее нашей исламской общины, которая, несомненно, настанет, иншаллах. Франция захватила Алжир не ради распространения образования и культуры там, как считают некоторые. Вы удивитесь, но в то время Алжир был более цивилизованной и модернизированной страной, чем Франция. Более того, Франция не могла погасить большие кредиты и долги,
предоставленные ей Алжиром до ее вторжения. Научный прогресс и цивилизация в Алжире были несравнимы с отсталостью Франции. Достаточно лишь знать то, что парфюмерная промышленность Франции начала развиваться только из-за сильнейшей вони на улицах Парижа. Именно это побудило французов к производству духов. Это было необходимостью, чтобы хотя бы немного заглушить эту вонь, в то время как улицы Алжира были ярким примером процветания исламской цивилизации. Достаточно прочесть написанное немецким путешественником Вильгельмом Шимпером, когда он посетил Алжир в декабре 1831 года. «Я специально искал хотя бы одного араба, который не умел бы писать или читать, но так и не нашел. В то время как я нашел много таких на юге Европы. Среди жителей Европы редко найдешь человека, который умел бы читать. И даже после французской революции Франция не перешла к светской жизни, как многие считают. Она все так же оставалась страной крестоносцев и католического христианства». И сами французы подтвердили это. Прочтите, если хотите, фразу французского командующего «Эйме де Клермон-Тонере», высказанную им во время осады Алжирского побережья. «Возможно, в этот раз удача будет на нашей стороне, и мы сможем привить нашу культуру местному населению и через нее привести их в христианство». А также слова командующего французской компанией Луи де Бурмон, «Мой господин, этим вторжением вы открыли дверь христианству на побережье Африки. Вы должны знать, что только в столице Алжира из 112 мечетей французы оставили лишь 5, а остальные были либо разрушены, либо превращены в склады и конюшни. Затем они полностью запретили паломничество в Мекку. Французские солдаты грабили дома алжирских мусульман. Да так, что снимали серьги с женщин, предварительно отрезав им уши. Я описываю все это для того, чтобы напомнить сторонникам французского этикета о том, что Франция до сих пор отказывается принести извинения алжирскому народу за все те бесчинства, которые они совершили над ним. Кроме того, в 2005 году парламент Франции принял закон, прославляющий историю оккупации Алжира Францией, считая этот период периодом цивилизованности. И если деяние французов в Алжире — цивилизация, то долой такую цивилизацию. И во время этих бесчинств Франции в Алжире появился наш великий герой, Амир Абдул-Кадир Аль-Джазайри, для того, чтобы возглавить исламское освободительное движение против французских христианских захватчиков. На тот момент ему было 20 с лишним лет. Он объединил под своим знаменем племена и начал борьбу против оккупантов. Он наносил французам поражение за поражением, что вынудило французов отправить целую армию для уничтожения Амира и его воинов. В 1835 году произошло сражение при Макте между французским войском, полностью укомплектованным новейшим оружием, артиллерией и припасами, и под личным командованием военного министра Франции Тризеля, и алжирским войском под командованием великого героя Абдул-Кадира Аль-Джазайри. اسألوا جند الصليب اسألوا جند التتار هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار واذكروا فتحا لمكة بعد صابر وانتظار Алжирское сопротивление во главе с Абдул-Кадиром Аль-Джазайри одержала победу над французскими захватчиками в этом историческом сражении. Алжирскими героями были убиты сотни оккупантов,
И хотя возраст Абдул-Кадира на тот момент не превышал 26 лет, он отличался необычайными способностями и гениальностью, что привлекло к нему внимание людей со всего мира. Он продолжал собирать войско и оказывать сопротивление французской оккупации. Он придумал новую тактику, известную как «мобильная столица». Он все время передвигался с места на место со своей так называемой столицей, чем многие годы приводил в замешательство французов, и наносил им множество поражений неожиданными атаками, что в итоге вынудило их заключить перемирие с Амиром. Но они, как всегда, нарушили договор. Генерал Тома Бюжо придерживался тактики выжженной земли и совершал ужасные преступления. Он заявил алжирцам, что будет сжигать их деревни, урожай и фруктовые сады. И чтобы остановить кровопролитие, пожары, сжигание алжирцев заживо, убийство женщин и детей, Амир Абдул-Кадир аль-Джазайри сдался. Французы отправили его в тюрьму во Франции, но через несколько лет выпустили его, при условии, что он больше никогда не вернется в Алжир, и он отправился в столицу исламского халифата, Стамбул. Там его со всеми почестями встретил сам халиф. Однако Амир Абдул-Кадир пожелал жить в Дамаске, где и оставался до конца своих дней. Он умер в 1300 году по хиджре, то есть в 1883 году. Да смилуется над ним Аллах. Удивительной и прекрасной страницей биографии Аль-Джазайри является и тот период, когда он жил в Дамаске, где во время конфликта между христианами и друзами он защитил тысячу христиан, несмотря на то, что творили христиане Франции с мусульманами Алжира. Таким образом, он показал лучший пример человечности, присущий мусульманам, и особенно поборникам французской христианской цивилизации. А теперь пришло время ответить на два вопроса, озвученные в начале серии. Почему именно Алжир? И почему именно 1827 год? Касательно того, почему именно 1827 год? Потому что именно в этом году был разгромлен морской флот исламского халифата в Наваринской бухте. Христианские союзники понимали, что мусульман нет морского флота, чтобы защитить побережье Алжира, и они не стали долго ждать. И в том же году они напали и захватили Алжир. А касательно того, почему именно Алжир? Потому что христианские государства колонизаторов хотели отомстить, в особенности Алжиру, который был базой морского флота исламского халифата, Османской империи. Алжир тогда назывался территорией ислама и джихада и был центром крупнейшего морского флота в мире в то время. И чтобы вы могли понять всю мощь, которую достиг Алжир под покровительством Османского халифата, вам достаточно будет ознакомиться со следующим историческим фактом. Джордж Вашингтон, первый президент США, платил налог морскому флоту Османского исламского халифата, базирующегося в Алжире. Какова же история этого морского флота, который был величайшей силой в мире? И почему европейские правители старались опередить друг друга в уплате налога этому флоту? Какова история незабываемого сражения при Превезе, величайшего морского сражения в истории ислама? И какую невыполнимую миссию решил легендарный командующий морским флотом для спасения андалузских мусульман от притеснения испанцев? Следите за выходом следующей серии, чтобы узнать истории двух великих братьев, изменивших ход истории. Оставайтесь с нами, иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.